Из-за напряженной ситуации, связанной с ростом количества новых больных коронавирусом, мэрия приняла решение усилить карантин в исполнительных органах власти. Таким образом, уже с 12 марта Одесский горсовет и коммунальные предприятия перейдут на дистанционный режим работы. Руководители исполнительных органов уже утвердили графики дежурства работников, отменили, перенесли или перевели в онлайн-формат все запланированные мероприятия. Обращения и запросы граждан будут принимать по электронной почте, а вот личный прием временно остановят. Отмечу, 17 марта должна состояться сессия горсовета, перенесут ее или нет, пока неизвестно.